дорогие друзья! С Новым годом, дорогие телезрители! В этот первый новогодний вечер с вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. Как говорится, незаметно подкрался Новый год. Да, я бы даже сказал, подполз год змеи. А знаешь, Вова, я заметил, что приметы сбываются только наполовину. Наполовину это как? Ну вот смотри, говорят, с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. Так. Вчера зрители встретили Новый год со мной и с Киркоровым. Ну? А сегодня проводят вечер со мной и с тобой. Примета сбылась ровно наполовину. Во-первых, не наполовину сбылась примета, а на 75%. Это почему, интересно? Потому что я ровно половина от Филиппа Киркорова. Да ты что? Да. А какая ты половина, верхняя или нижняя? Максим, я лучшая половина Филиппа Киркорова. Вот. Кстати, Вова, ты как встретил Новый год? Ой, ты знаешь, я встретил Новый год в очень хорошей компании. Между прочим, друзья, существует способ безошибочно определить, где и с кем вы встречали Новый год. Например, если вы уставший и разбитый, и в квартире разгром, значит, вы встречали Новый год дома с друзьями. Ну, логично. Да. А если вы в квартире, значит, все в квартире этой убрано, а друзья с вами не разговаривают, значит, вы встречали Новый год у них дома. Если дома убрано, но с вами не разговаривает жена, значит, вы встречали Новый год без жены у друзей. Да. Если вы свеженький и отдохнувший, значит, вы встретили Новый год без жены, без друзей. Это как? Это на работе. А если вы веселый, радостный, отдохнувший, значит, вы встречали Новый год с нами. Так давайте же продолжим эту добрую, прекрасную традицию праздновать Новый год вместе с телеканалом «Россия». Добро пожаловать на первый новогодний вечер! Волнительный, долгожданный весь праздник самый длительный у народа есть. Начинают праздновать его в декабре, продолжают праздновать его в январе. Расскажи, Снегурочка, где же ты была? Расскажи-ка, милая, ночь как провела? Очень даже весело провела я ночь, пела людям песни я и еще не прочь. Вот их совпадение, как же я забыл, я ведь тоже пением ночью занят был. Вроде не бездельники, Коля, мы с тобой. Самодеятельность, уровень какой! Ну а что Наташенька ночью ела с чем? Ночью не калашенька, я вообще не ем. Вот так совпадение, в ночь не ел я, еще 31-го съел всю декабря. Ну не будем лишнего, тут мы о еде. Ведь духовной пищей надо жить звезде. Дарим людям радость, мы с ночи до зари. На лицо прекрасные, добрые внутри, на лицо прекрасные. Празднует народ. Все же удивительный праздник Новый год. Это вдохновение, песни, шутки, смех. Праздник настроения классного для всех. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Королева вот она. Ну и башка здесь. Весь народ отданы, абсолютно весь. И весь народ отданы, абсолютно весь. Абсолютно. Чу-чу-чу. Вова, вот и наступил Новый год. И, ну, как-то все, мягко говоря, не товарного вида. Это нормально. А вот ты выглядишь как огурчик. Да. В чем секрет? В чем секрет? Да. Секрет в огурцах. Ты что, прикладываешь или рассол пьешь? Нет. Просто пока все 31 числа пьют, я ем огурцы. Хороший метод. Весело-то как, а? Да, Максим, а какие способы у тебя прийти в себя 1 января? Ну, провести генеральную уборку очень бодрит. Ну, естественно, Максим, с твоими 3000 квадратов. Уборка очень бодрит. И, конечно, самый радикальный метод —
подобное лечат подобным. Нужно повторить то, что было вчера. То есть ты хочешь сказать, если с утра выдуть бутылку шампанского, съесть миску оливье, подраться с соседями, это поможет? Я имел в виду не это. Новые русские бабки, встречайте! Новый год, чудеса случаются. Старый год и Новый год по пути встречаются. Старый рассказать решил, что он за год совершил. Все события припомнив, на частушки положил. Положил так положил. На ТВ проблемы детства решены. Возрастные маркировки введены. Стало легче разбираться малышам, что смотреть, когда нет дома пап и мам. 18 плюс за то, что волк курил. 30 плюс, ведь Карлсон с малышом дружил. Сколько ж с плюсом Клавка поимеет, блин. Белоснежка и 7 маленьких мужчин. Любит каждый крокус посмотреть 16 плюс. Оле, 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 оле. 7 раз отмерь, чуть-чуть отрежь. Было время, наш хоккей вовсю блистал. Позже главным видом спорт теннис стал. А теперь в борьбе дзюдо нам равных нет. А в футболе мы дождемся ли побед? Отвечаю. Нам при хитинге частенько не везло, а потом при адвокате как назло. Но теперь Капелла, крестный наш отец, трепеши, соперник, ждет тебя! Говорят, страна вступила в ВТО. Объяснить про это толком может кто? Объяснили, скоро будет, как в кино. Дебет, кредит, сальдо, бульдо, брутто, нетто. Энни, бенни, лика, пука, тарбу, ярбу, дева, смука, тыш, тыш, космотыш, алике, лике, бак. В общем, где-то как-то так. Мы не ели, мы не спали, в ВТО вступить мечтали. А вступивши в ВТО, стали думать, для чего? Оле, 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 оле. Почему? Покачану. Лёва Лещенко, российский соловей, отмечал 70-й юбилей. Говорят, что после шоу «Славный птах» кушал в роще соловьёв на шампурах. Пить какао с пирогами неудобно вверх ногами. Оле, 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 оле. Тот толще, тот сыт. А в России дней на 10 так и быть. О работе разрешай позабыть. Потрудились вы на славу целый год. Веселись теперь, гуляй, честной народ. Кто не курит и не пьет, дольше страусов живет. Оле, 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 оле. С Новым годом, страна. Шампанское тебе. Спасибо, спасибо. Макс, у меня в этот Новый год с женой был спор. Какой? Жена хотела купить елку, а я хотел купить сосну. Ну и что? Пришли компромисс. Взяли елку. Смешно. Да. Я тебе это компенсирую. Выбирай, кого ты сейчас хочешь видеть на сцене. Талантливого автора и композитора или популярную исполнительницу современной эстрады. А я выбираю Елену Ваенгу. Отличный выбор. Встречайте, талантливый автор и композитор и популярная исполнительница Елена Ваенга.
Дорогие друзья, наш новогодний вечер продолжается, и я предлагаю поднять бокалы. Максим, подожди. Вот ты знаешь, что это предложение попадает под действие закона о запрете пропаганды курения и алкоголя? Под действие этого закона, знаешь ли, попадает даже мультфильм «Ну, погоди», так как дети не должны видеть, как волк курит. Также нужно запретить кота Леопольда. Но он же не пьет и не курит. Да, но он дружит с мышами. А это запрещено? А ты считаешь, это нормально? У тебя есть знакомые, которые дружат с мышами? Нет. Ну вот, правильно. Правильно, потому что они дружат с головой, в отличие от тех, кто дружит с мышами. Зато я знаю дуэт, в котором есть музыкант и воробей, и при этом там все абсолютно нормально. Что это за дуэт? Елена Воробей и Рустам Штар. Две гитары, Новый год. Мы уже душу не берет. Что ж за день, Рома? Эх, раз, еще раз. Маловато что-то нас. Этим надо воспользоваться. Эх, Штар, что сказать? Нужно штат нам пополнять. Поговори, хоть ты со мной. Мое же ты сокровище. Ай на предмет, ай на какой. Хочу труда устроиться. Эх, раз, встретив вас, поняла я, это шанс. Все цыгане мне родня. Ой, возьмите вы меня. Эх, раз, вот и раз. Раз. Эй, не хочу терять ни дня. Ай, возьмите вы меня. Я гадаю по руке, я все судьбы знаю. Если надо по ноге, тоже погадаю. Я умею петь романсы и подчеркивать нюансы. Ну а лунными ночами я могу водить плечами. Эх, так, еще так, еще много-много как. Эх, стоп! Что за стоп? Хочу еще! Эй, держите меня в роде! Что сказать тебе, Чавелла? Ты нас всех очаровала! Это все при том, что я тут пока без медведя. Но представь, когда вдвоем спляшет Мишка с воробьем! Я не понял, хоть убей, есть медведь, где воробьи? Эх, я воробей, ну короче, не робей! И бери меня, ты в Штар, и тебе, и мне пьян! Кажется, и мне ай-на-не-не-не-не-не. Эй, гуляй, гуляй. Баланда победит, встретились публично. Самобытный коллектив и смешная личность. Эх, раз, еще раз, много праздников у нас. Эх, год, Новый год, нам друг друга он дает. Эх, чтоб вместе мы этим славным вечером веселили песнею. Все! Yeah!
Максим, сейчас столько новогодних праздников, что иногда просыпаешься и не понимаешь, какой сегодня день. Согласен. Но ты знаешь, существуют признаки, по которым безошибочно можно определить, какое сегодня число. Предлагаю рассказать об этих признаках нашим зрителям. Давай. Ну, например, если вы просыпаетесь в 8 вечера, так, одетые и помятые, трезвые и голодные, поздравляем с наступившим, это 1 января. Да. А если вас будут дети, одетые в костюмы снежинки и зайчика, это 2 января. Вам надо вести детей на утренник. Вы всей семьей наконец-то доели оливье. Это 5 января. Вы просыпаетесь голодным, но жена не кормит вас до первой звезды. Это 6 января. К вам возвращаются гости, уехавшие 2 января. Это 7 января. Если у вас разногласия с друзьями, вы говорите «хватит», а они требуют продолжать, то это 10 января. Если вы проснулись от звонка начальника с претензией «почему не на работе», то это 15 января, все закончилось. А если вы наконец-то пришли в себя, а вам снова нужно вести детей на какой-то праздник, поздравляем, это уже 1 сентября. Хотите узнать о новогодних праздниках еще больше? Тогда слушайте внимательно. Тебя? Нет, Евгения Петросяна. Счастья вам! Пусть сбудутся все ваши мечты! Я прочитаю рассказ, который так и называется «Новый год». Ну, Новый год – любимый праздник. Решили отметить от всей души. Пиндюкова пригласили. Он парень очень веселый. Смеется всегда 2 раза. Первый раз за компанию, второй раз, когда до него доходит. Синюхин пришел со своей женой Нинкой. У нее такая смешная причесочка. Режиссер Мерзобеков пришел со своей артисточкой Катрин. И еще подруга жены Глюкина. Ой, секс-бомба с колдовскими чарами 8 размера. Сзади вырез до прорези. Ну, началось новогоднее веселье. Мерзобеков тут же начал прикалываться к своей артисточке Катрин. О, Катрин, вашим именем назван самый могучий ураган. Вы знаете, почему ураган называют женскими именами? А потому что они уносят дома и машины. Пиндюков предложил для затравочки кровавую Мэри. Ну, вы знаете, томатный сок со спиртом. Потом, значит, закусить ликерчиком, потом запить коньячком, потом виски. Нарзан будешь? Да ты чё, ёрш получится. Синюхин начал философствовать. Лучше недоперепить, чем перенедопить. Вообще, я хочу сказать, что водка со льдом очень вредит почкам. Джин со льдом вредит печени. Ликер или ром со льдом вредит мозгу. Этот проклятый лед – страшная вредная штука. А вот салат у вас, хозяйка, хороший, лицо не пачкает. Пиндюков подъехал к Глюкиной. О, Глюкина, вы просто секс-бомба. Катрин, по сравнению с вами, суповой набор. Худая, как 8-я дочь матрешки. О, Глюкина, посмотри в мои глаза. Что ты в них видишь? Там темно и что-то вроде леса. Да ты в глаза смотри, а не в ноздри. А вот дамы молодцы, затянули новогодние песни. В
Трусишь, как зайка серенький, под елочкой скакал, пока скотина пьяная трусы не потерял. Новый год, Новый год. Встречаем всю ночь, а потом 1 января. Самый короткий день в году. 1 января люди боятся только одного – смотреться в зеркало. Потому что оттуда на тебя смотрит совсем незнакомое лицо. Синюхин увидел себя в зеркале и громко спросил: «Кто пришел?» Нинка увидела себя в зеркале, посмотрела на мужа и сказала: «Так тебе и надо». А вот Пиндюков был бодр, как никогда, потому что ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк. Он так и ходил. По струночке ходил, говорил, как робот. Наткнулся на кого-то и сказал: «Привет, Синюхин, как твоя Нинка?» В ответ получил: «Дурак, Нинка, это я». Режиссер Мерзабеков хотел встать, но не смог разогнуться, потому что ширинка была пристегнута к воротничку. Он еле-еле вымолвил: «Как там у Гоголя? Поднимите мне веки». Все постарались помочь ему приподнять веки, помогли одеться и заправили дубленку в трусы. Синюхина всем по секрету рассказывала, как ее муж ночью шарил по ней руками, приговаривая: «Где ключ на 17? Где ключ на 17?» И как только я не уговаривал гостей остаться, они все равно не ушли. Но впереди было еще много дней новогоднего блаженства. 1 января, понятно, пили. 2 января пил, 3 пил, 4 пил. 5 проспал до 5 вечера, но приснилось, что пил. И все, что было нажито, пропито непосильным трудом. С Новым годом! Расцветает, и пусть она цветет весь год, и пусть сбудутся все наши мечты. Будьте здоровы! Вов, да. Ты мог бы сейчас объявить Анжелику Варум без суеты? А раньше я что, ее как-то по-другому объявлял? Хорошо, встречайте, прекрасная Анжелика Варум. Вов, я ж попросил, без суеты. Да я и не суетился, я что, дергался? Ладно, еще раз. Встречайте, прекрасная Анжелика Варум. Нужно было еще и без суеты. Да что, мне замереть, не двигаться. Да что ж такое-то, а? Ты не понял, нужно объявить, что Анжелика Варум будет петь песню без суеты. А, я понял. Встречай. Анжелика Варум, как всегда, спокойно, без нервов, не суетясь, великолепно поет, правильно? Анжелика Варум. Научилась жить.
А с чем у тебя ассоциируется Новый год? Елка, Дед Мороз, мандарины, советское шампанское. Вот, шампанское. Кстати, советское шампанское вошло в Книгу рекордов Гиннесса как парадокс. Напиток есть, а страны нет. Между прочим, наши следующие исполнители, Потап и Настя, тоже вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Как самый красивый дуэт? Да, но наполовину. Догадываюсь, Настя потом очень долго возмущалась, почему Потап вошел, а она нет. Всему миру, в каждой квартире песни Потапа куда ни включи. Сразу залип на новенький клип. Настя в купальнике на посмотри. В каждой машине, в каждой маршрутке, в любом кафе, ресторане, любом. На позитиве, две прости, Настя, локомотивом песен потом. А я ору. Ру-ру-ру-ру-ру, русский мир, вместе с нами все. Ру-ру-ру-ру-ру-ру, русский мир, я ору тебе. Мы звезды, мы фишки, мы нравимся тебе. А я ору, канал мой супер секси вокал, какой не включи канал, всех Потап перетоптал. Я буду популярна сверху и снизу, пока хотят мыши, мышки, шмотки, лепиться. А я ору, ру-ру-ру-ру-ру, русский мир, вместе с нами все. Ру-ру-ру-ру-ру-ру, русский мир, я ору тебе. Мы звезды, мы фишки, мы нравимся тебе. А я ору, в темном переулке неожиданно напали. Поднимите руки вверх и танцуйте вместе с нами. Покажите этот танец, удивите их улыбкой. И тогда любой танец вдруг поймет свою ошибку. Или вы на дискотеке танцевать всегда стеснялись. Поднимите руки вверх и покажите этот танец. И тогда, быть может, шутку, или может по приколу. Помнишь времена, когда были безалкогольные свадьбы? А представляешь себе безалкогольный Новый год? Страшно, да. Страшно. Но давай все-таки ради эксперимента представим себе человека, который бросил пить прямо под Новый год. Интересно, давай.
31 декабря. Да. Решил не бить. Вечером. Значит, с удивлением выяснил, что на праздничном столе есть не только оливье, но и другие блюда. Аккуратно открыл шампанское, ничего не разлил, никого не облил, люстра целая, картина висит, кошка сухая, короче, испортил людям праздник. Да, наконец-то подбой курантов загадал нормальное членораздельное желание, а не «желаю всем счастья лишь же». Да. Стало скучно. Поехал на машине к друзьям, остановил гаишник, попросил дунуть в трубочку. Дунул. Он не поверил. Дунул сам. Поверил. Вернулся, пошел, лег спать. Не под ел, не под стол, не в салат, а в кровать. В свою, не в одежде, не в обуви. Один. Выяснил невероятную вещь. Оказывается, утро 1 января существует. Да, с утра перемыл всю посуду, везде поубирал, все сложил, еду в холодильник спрятал. Короче, шикарный Новый год. Об одном пожалел. О чем? Что не пил. И я об одном жалею, что нас сейчас на сцене не будет, а? Почему? Такая компания. Ефим Шифрин и Анна Семенович. Это закон простой и мудрый. В году всегда есть утро. Первое утро есть в году всегда. Может оно и в 6 начаться. Может и в 19:20. Может оно быть трудным. Не беда, проснись и пой. А если не поешь, тогда хоть проснись. Да-да, мой друг, проснись и сразу подтянись. Как подтянуться, вот так. Какой смешной вы чудак. С утра должны тянуться все к прекрасному. И лучше делать это все ж не одному. Ну, например, вы утром встали и всех друзей своих собрали. Из разных комнат своего жилья. Но хоть один-то петь умеет. Он-то умеет, но имеет голос довольно тихий. Это я. Стремись и пой, неважно голос какой. Ну как неважно, я ж тогда буду смешной. А то вы так не смешной, ну ладно, можно со мной. Что, правда? Да, не будь я Анной Семенович. Да я сама с таким Ефимом спеть не прочь. Был Новый год прекрасно встречен. Доброе утро. Добрый вечер. Доброе все, пусть будет год такой. И ожидает тебя счастье. Где, ну в какой же света часть? Рядом оно, коснись его рукой. Коснись рукой, коснись рукой. Ну хорошо, а какой? Да никакой, ну просто образ есть такой. Но если образ, то пусть, тогда, конечно, коснусь. Всегда приятно, когда счастье под рукой. А чтобы было так, мой друг, проснись и пой. Есть чего улучшать. А как? Так всем нам решать. Поступки нужно совершать нам друг с собой. Ну да, для начала, например, проснись и пой. Проснись и пой. Не, ну где этот Максим Галкин, а? Ну вот нормальный человек. Сказал, подержи мобильный телефон и пропал. Как же его найти? А, последний набранный возьмем. Алло? Алло? А, это не алло, это Алла. Извините, пожалуйста. Да, до свидания. Простите, не хотел беспокоить. Так, кому же позвонить? О, Киркорову надо позвонить. Сейчас. Алло, Филипп? Это Зеленский? Привет. Нет, нет, это не Галкин, пародирующий Зеленского, нет. Это Зеленский, да. А, я тут с Галкиным Новый год веду, да. Не надо так кричать. А, это ты поешь, прости, пожалуйста. Хочешь свежий анекдот? Слушай, очень смешно. Значит, полиция сразу задержала грузчика в аэропорту, похитившего чемодан Николая Баскова. Его выдал бирюзовый пиджак в коралловых блесках и желтые лаковые туфли. Да, да. Можешь опубликовать в Твиттере. Да, все. Пока. Спасибо. С Новым годом поздравляю. Давай, все. Так, сейчас. Алло, Басков, привет, это Галкин. Да, пародирую Зеленского. Похоже? Вот. Слушай, Коль, хочешь свежий анекдот?
Вот, значит, полиция сразу задержала грузчика в аэропорту, похитившего чемодан Филиппа Киркорова. Его выдал бирюзовый пиджак в коралловых блесках и желтые лаковые туфли. Да, 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 да. Можешь опубликовать в Твиттере. Пока. Да, интересная штука. Ух ты. Алло. Интересно, у Макса есть телефон Анджелины Джоли. Алло. Анджелина, здрасте. А Брэд Питт дома? А? Нет? Хорошо. А что ты делаешь сегодня вечером? Кормишь 6 детей? Удачи, не звони мне больше. Так, кто у него еще здесь записан? Во, гастарбайтеры, интересно. Обидно. Алло, Макс, это ты? Что нужно? Понял, нужно красиво объявить следующего артиста. Сейчас сделаем. Дорогие друзья, встречайте великолепный, талантливый, непревзойденный Юрий Антонов.
придумал. Если перефразировать классика, можно сказать, оливье в России больше, чем салат. Фраза прекрасная. Но почему ты так считаешь? Ну как, оливье не только можно есть, в нем можно спать, в него можно складывать конфетти, тушить в него бенгальские огни, давать уходящим гостям с собой. Самое главное, это единственный салат, которым наедаешься еще в процессе приготовления. Согласен. В таком случае Ани Лорак больше, чем певица. Красиво пошла. Вот она. Расскажем нашим зрителям новогоднюю сказку. С удовольствием. Итак, в некотором царстве, там, где отмечают Новый год 14 дней подряд в государстве, посадил дед елку. Выросла елка большая-пребольшая. Расстелил тогда дед скатерть-самобранку и поставил на стол бутылку шампанского-самоналивайку. Тут слышит дед шум-гам, выглянул в окошко, а это богатыри русские вышли в чисто поле и давай китайские фейерверки запускать. А тут вышли богатыри не русские, давай петь голосом волшебным. Это ты про что? Про А-студио, конечно. Естественно, друзья, встречайте, легендарная группа А-студио. Мустрастование.
нашу любовь. Частичкой сердца я даже тогда останусь с тобой. Я подумал, ты наверняка в детстве рассказывал стихи Дедушке Морозу долго, с выражением, да? Угу, долго. Я еще ничего. Вот маленький Сергей Безруков рассказывал Деду Морозу стишок 3 часа с перерывом на антракт. Ну, так долго выступать надо, иметь талант. Да представляешь, какой огромный талант у следующего артиста. Ведь он успешно выступает на сцене более 50 лет. Непревзойденный Лев Лещенко. Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу не оплаченном, свято помни об этом всю жизнь. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Друзья! Правда хорошо выступили? Во! Да? Угу. Покажи еще раз как. Во! Во! Молодцы! Макс, многие папы в Новый год становятся дедушками Морозами. Интересно, а кто в таком случае мама? Ну, слушай, я считаю, что и мама, и жена, вообще любая женщина – это ангел-хранитель для мужчины. Да? Вот у меня моя жена, это телохранитель. Это как? Она постоянно мне говорит: Вова, не ешь много, поправишься. Твое тело должно быть в отличной форме. Телохранитель. О, зато у нашей следующей гости такой проблемы никогда не было, потому что она всегда в отличной форме. Откуда ты знаешь? Неважно, встречайте Валерия. Несмотря
ты не можешь мне прийти. Пусть недели на пути стеной. С неба падает звезда, это значит навсегда. Загадай любовь, удачу с тобой. Я буду ждать тебя. Говорят, что в жизни все решено. Разминулся снег в мгле, но сегодня снилось мне, что лежит твоя дорога домой. Я буду ждать тебя и верить чудеса. Вот и подошел к концу первый новогодний вечер. В конце хочется пожелать вам чего-то очень хорошего, но вместе с тем оригинального. Да, а лучше пожелания совместить, ну, чтобы они сбывались с удвоенной силой. Например? Ну, к примеру, хотим пожелать всем здоровья. Че? Ну, здоровья. Это здоровье и счастье. А-а-а. Ну, тогда я желаю всем понтов. Мне кажется, понтов и так нам хватает. Нет, понтов. Понимание товарищей. А, понятно. А я желаю всем сверзаду. Свершение задуманного. Ну тогда счастилижи. О, Господи. Счастье в личной жизни. А всем блондинкам желаем ума. Это как расшифровывается? Никак. Я просто желаю всем блондинкам ума. Это сейчас брюнетки аплодируют. Да. А всем нашим телезрителям мы, конечно же, желаем до встречи. А, до встречи завтра, друзья. Ну, тут я понял. До встречи во втором новогоднем вечере.